Ну понятно, как всегда, да? Хорош, давай, рассказывай, ну. На пьяной вечеринке в кругу наших друзей я понял, что хочу ее еще сильней. Я хочу тебя, я хочу тебя. Во-во, так я и говорил, я целый вечер, прикинь. Все, ребятушки, куплено шока. Жигуар новый. С чехлами, конечно же, как обычно. С линолеумом. Сейчас это все будет убираться, удаляться. Линолеум уберется. Сиденья будем искать семерочные, эти порванные под чехлами. Ой, блин, камеру закрываю. Вот. И куча-куча всего завтра на диагностику ходовой. Наклейки завтра будут готовы уже. Жига, короче, будет меняться в скором времени. Очень сильно. Надеюсь, в лучшую сторону. Весь колхоз, который сейчас снимем, повешаем вот сюда, положим, вернее, на капот. Не то, что колхоз, но просто то, что нам не понравилось, и то, что будет убираться. Пластик в багажнике будет перекрашиваться в цвет кузова. Вот так вот. С тройкой мне тоже достался ножичек. В тройке лежал. Кто помнит, там в серии посмотреть. Жига мне тоже достался вот такой ножичек. Маленький. Вот так вот. Бандитские Жигули. Снимать супер. Далее, ребят, здесь, короче, обмотка в свое время стерлась. И теперь она потом просто с годами каждый год обматывалась изолентой. Ну, новая не покупалась, как бы. Ни к чему это. Барские замашки на Жигулях. Новая обмотка руля. Ну, судя по тому, сколько здесь слоев, здесь руль должен быть практически новый. Ё-моё. Опачки. Классика. Вот эту барахлюшку мы тоже снимем, так как она какая-то нестандартная. На рынке продаются уже рельефные, ну то есть под панель сделаны красиво. Это какая-то гладкая, как будто, я не знаю, с подкрыльника вырезанная. Педалки у тебя есть? Так что мы ее, это в багажник надо отнести. Убрали, так что мы ее удаляем. Колхоз чуть-чуть, ну видите, здесь видно, оно отрезано, неровно. Кому надо, вышли, бесплатно. Вот, а так вот. Что творится под линолеум, когда вы его стелите, соответственно, под ним ничего не пылесосится, туда забивается грязь, и получается вот что под ним. Сними, покажи людям. Кайф, кайф. Все это потом гниет, и сгнивает, и мокрое, так что не стелите линолеум. Делайте красиво. Вот, видите, сиденье пора менять тоже. Сиденье очень плохо. Ищем семерочные, если есть. О. Будем ждать. Снимаешь? Да. Вот, пацаны, тоже это мы убираем. Здесь, видали, стопак даже есть. Который, возможно, не работает. Он не работает, я сзади ехал.
О, линолеум. Вот где линолеум. Вот отверстие под колонки есть. Самое главное, по всему салону снимай. По всему салону идут всякие провода. Ну вот это понятно, вот они на три бешеных колонки. А вот это я дерну, оказывается, к ним ничего не подсоединено. Просто под линолеум еще хранилище проводов, помимо того, что все гниет, еще хранилище всякой фигни под линолеум. Посмотрим, для чего здесь были чехлы, закрывали они что-либо плохое, либо просто они здесь были. Опа-на! Люксовое сиденье с подлокотничком, как новый, да? Видал? Ага, чего? Фух, какое оно пыльное. Да. Вот порвано, я уже вижу. Включено? Да. Вот из минусов уже, пацаны. Опа! В целом, я скажу. Настя, вообще нет ни у кого. Это просто, вот, вы сели ко мне, я вас вечером довожу куда-нибудь, а тут бах, просто подсветка. Я предлагал пацанам сюда вообще поставить еще столик такой, повесить шторы и приглашать вечером всех на чай в комфортную жигу. Заехали мы сразу после цона на площадочку здесь. Вот это все просто было откручено и снято несчастно, потому что, ну я считаю, в жиге это не нужно. Жиги так комфортно и красиво. Эти, кстати, практически новые. Продам недешево. Если будешь подписчиком, могу подарить. Вот. Обмотка руля бешеная. Ну, вы уже видели все. И мне кажется, ну, мое сиденье, конечно, не снять чехол. Придется пока ездить синим, таким бирюзовым, потому что там оно вон порвано все. И, конечно, срочно надо ехать на мойку, отмывать это все. Все это очищать, отмывать, но здесь салам. Вот. Ну и в целом, в принципе, уже, мне кажется, в салоне стало, ну-ка, сними там сзади, более или менее комфортно. Нету этого советского линолеума, непонятного для чего. Просто лежат чехлы, серый салончик, ну, все красиво. Но сиденье, конечно, портит весь вид, это явно. Но я говорю, сиденье будем искать семерочные. Все отмоется, очистится, сниму на нее. Ну, обзор снимать толку нет, она, в принципе, что снимать, тройку, Жигули у нас вон две. Стоят шестерки, все одно и то же. Но на той же Жиге, кстати, будет сниматься красный салон, красный ковер. И если найдутся семерочные сиденья, будет сниматься красное сиденье. Кому надо, обращайтесь, будет продаваться. Ну, по цене договоримся, я думаю. Здесь сейчас все тоже отмоется, очистится, покрасится багажник в цвет кузова. Ну, в общем, Жиги начнут преображаться. Завтра данный экземпляр поедет на ремонт ходовой, там купили запчастей кучу, будет делаться. Пока ее будет делать, вот эту продиагностируют и скажут, что нужно сделать, что починить, подремонтировать. Вот, как-то так, наклейки уже заказаны. Сейчас их наклеим и все. И следите за нами, подписывайтесь на наш канал. Будет много чего интересного. Всем удачи и пока. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя.
знают левый севера. Тут много разных наций. И несмотря на лютый холод, здесь люди любят улыбаться. Тут все искрится, словно нечаянно кто-то взял и рассыпал бриллианты. Как не влюбиться, если она так танцует, тут без вариантов.